В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в регионе готовятся уникальные выставки, фестивали и ярмарки. Традиционно обустраиваются катки, трассы для катания на горных и беговых лыжах, горки для спуска на санках и тюбингах. Как рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов, помимо катков у главного храма вооруженных сил в Кубинке и в парке Малевича, большие оборудованные катки будут ждать гостей на пруду Баранка в центре Одинцова и в парке Раздолье. Кроме того, в 5 парках муниципалитета оборудуют лыжные трассы, а в теруправлениях планируется открыть хоккейные коробки во дворах и оборудовать места для катания на санках.